А, и кстати... О, господи. И кстати, касательно торта. Почему я вообще заговорила о том, что я хочу заказать торт? Мне один из моих подписчиков подарил купон на торт. И я впервые заказала торт. Вот. Я впервые заказала торт. Это был первый раз, когда я, в принципе, заказывала с этого, с доставки. Вот, по купону. Это было так вкусно, что я теперь хочу еще раз заказать тот торт, потому что он был очень вкусный. Ну, конечно, как маленький, но очень вкусный торт. А вот с чем вы любите вареники? Я вот с творогом. Знаете, такая белая субстанция. Ауарири бан. 100 рублей. Спасибо большое за донат. Обалдеть, я только закончил торт, а вы все еще сидите. Да, мы еще сидим, мы еще донаты читаем. С вишенкой. Она такая мокренькая. Она такая прикольная. Так, ладно, я продолжаю читать. Подождите, я не отвлекаюсь на вареньки. Вот это ваше все. Я четкий пацан, я не отвлекаюсь на вареньки. Меня вареньки не... Я братанов на вареньки не променяю. Так, все, я четкий пацан, я продолжаю. Как это? Я просто говорю о еде, окей? О еде, в которой надо окунаться губами. Ладно, нет! Ладно, остановитесь, облезайте. Собираем плане на тортике. Собака, решетка, циркумфлекс. Да, спасибо большое за донат. Собака, решетка, циркумфлекс. Да, я дочитаю донат. Кексик... Ланя, вопрос про твое яйцо остался открытым. Нормально у меня яйцо. Секретное. Ого. Знаете?